О нет! Всем, ребята, здоровья, с вами Жасава, и сегодня у нас продолжение прохождения Steven Universe Save the Light, или же Спасение Света. Остановились мы с вами на моменте в прошлой серии, когда нас разделили. Steven вообще непонятно где. Мы в прошлой серии прошли за Конни и Передет. Теперь у нас новая команда за Аметист, Грега и Жемчуг. Вот за них троих. Она, конечно, мне нравится меньше прошлой, но... В этой команде есть свои прелести, так скажем. И что, будем продолжать за нее проходить? Сава играет в Стивена, а Диана ругает территорию с самоцветами. Да, кстати, тема самоцветов, кстати. Забавно. Так, я уже здесь значок брал какой-то. Что мы, кстати... О, у меня тут прокачка же есть. Ой. I'm a dead first, adventurer, a distant second. Давай прокачаем. I'm always ready for the fight. А Аметист вообще не прокачана. Головокружение. Ураганный рывок ненадолго оглушает цели. Окей, пусть будет так. А что им дать вот здесь? Что у Амити здесь? У нее это повышает общий запас здоровья на 15%. Ну, такое я бы заменил бы на что-нибудь. Например, вот на эту же. На эту фигню. Гимми-гимми. Так, и на еще вот на... Тут еще было... Так, о. Гимми-гимми. Так, а что тебе, игрок, еще дать? А, вот тут людям нельзя вот эту фигню давать. Здесь нам это не поможет. Все взаимоотношения героя улучшают на 15% быстрее. Фигня. О. Вот эта вот тема подойдет Грегу, я считаю. Короче, пусть так будет. Я думаю, мы и так справимся. Ай, Капс, ты зачем включился? Ну, с рядом с Савиным домом тусит самоцветы Стивена. Бывает. Чё вы? Чё ты здесь делаешь, Рубин? Злая такая. С тобой даже поговорить нельзя. Так странно, что у нас был есть чивсбургер. Вот у Кони он, по идее, должен быть, а у нас он тоже есть. Немножко нелогично. Ладно. Хотя, где... Зачем мы ищем логичность вообще везде? Так, окей, хорошо. Мы открыли здесь проходик. Хорошо, идем. Обычно в серии Стивенах очень много вырезают чего. А как раз таки здесь лабиринт. Не помешало бы много чего вырезать. Но теперь у меня другая концепция канала. Что поделаешь? Блин, ими так теперь будет неудобно. Хотя Перл нормально, в принципе, управляется за нее. Спасибо за денежку. Не помешает. Давай так. Да. Здесь ничего нет. О, вот как, да? Я вас понял. Секреточки. Люблю секреточки. Пошли обратно. Па-пам-па-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пиу, пиу. А, здесь у нас другого входа не было. Так, желтенькую здесь надо открыть дверь, проходик. Здесь у нас уже, вижу, монстряки. На. Больно. Блин, надо срочно, я думаю, надо хилку брать. О, а я не смогу использовать. А я не могу использовать рюкзак-чизбургер. А вот это, кстати, жесть. Нам, Грег, тут понадобится.
Ладно, пусть повышает ему урон. Хотя это не очень хорошо. Пусть будет так. Не очень удобно получается. Лучше хиль. Грег, лучше хиль. Wait for it. На. Wait for it. На, отлично. Так, отлично, вот ты правильно бьешь. Правильно бьешь. Такая месть, типа, да? Я понял, что. А что, хороший способности уметь есть вот это вот? Мне нравится. Нормально, нормально, сейчас сработаемся. Just need the perfect opening. Wait for it. На, получай, отлично. Хилимся, хилимся, хилимся. А как не очень хорошо. Но тоже добивать надо. На. Нормально добили. Так, хорошо, получилось, в принципе, неплохо. Нормально. Я думал, будет хуже, если честно, сражение, но нормально. Парам-парам-парам. На. О. Неожиданно. Эй, серьезно, писюлечки не хватило, да. Сразу с первого раза попал. Писюлечки не хватило для того, чтобы прокачать Перл. Да, блин. Печаль, беда, ну ладно. Я помню, что в этой игре будет очень жесткий лабиринт. Вот там я и застряну, я чувствую. Вот тут еще руны какие-то, но... Линда облизывает столбы, который держит мой турник. Жемчуг, взгляни-ка, самоцветная штуковина. Эй, я тоже немного разбираюсь в самоцветных штуковинах, почему меня никто не спрашивает? Так-так, здесь написано. Там, где солнце тонет в море, цвет ключа найдешь ты вскоре. Понятия не имею, что это значит, но звучит внушительно. Да идемте уже! Подожди, еще раз. Там, где солнце тонет в море, цвет ключа найдешь ты вскоре. Там, где солнце тонет в море. Солнце тонет в море. Там, где солнце тонет в море. Так, это мне не нужно. Это, пожалуй, лишнее пока будет. Там, где солнце тонет в море. Цвет ключа найдешь ты вскоре. О, здесь я чувствую застряну. Подожди. Так, подожди. Подожди, подожди. Там, где солнце тонет в море, цвет ключа найдешь ты вскоре. Что это значит? Там, где солнце тонет в море, цвет ключа найдешь ты вскоре. Да блин, да хватит.
там, где солнце тонет в море. Это типа... Я не понимаю. Эй! О! Я чисто наугад просто нажимал и все. Бывает. На. Давай, сразюсь я. Стивен, check this out. Это не очень хорошо. Не очень хорошо получилось. Надо было с ними не связываться, но откуда я знал? Короче, я проиграл сейчас уже, точно? Я говорю, с этой командой это тяжело очень. Все-таки я говорил. Нет, команда такая себе, плохая. Что тут все уже? О, нет! Кстати, первый раз в этой игре проигрываю. Но у меня здесь просто не было выбора. Офигеть, меня на самое начало отправило. Зашибись! Класс! Да ты заткнись. Я так и не понял, в чем задача. Она непонятная, просто наугад все делал. Нафиг с этих чуваков, я с ними связываться не буду. Я не хочу заново перепроходить еще раз это все дело. Так, давай налево пойдем сначала. Пошел. Придется с ними сражаться. О-о-о! Тут еще отверзило, ё-моё. Это сложно. О, ничего, я травил Грега. Не лечит фига метист. Почему Грега-то все время бьют-то? Я сам лечу тогда. Wait for it. There. Just need the perfect opening. Придется, к сожалению. Так. Пропустить. Стивена без Стивена сложно.
Ох, ё-моё, вот это жесть была сейчас. Вот это сейчас жесть была. И отрава еще, конечно. Конечно, отрава, чтобы он сдох уже, хрена. Лечись, Грег, лечись! Пофиг, лечись! Лечись, Грег, лечись! Мало хп у него. Будем терпеть. Он тем более сейчас еще постепенно сам вздыхает, дурак. Дал не похилиться нормально, дебила кусок. Ой, чё сперло было. Ой, так. Какой-то гигантский топор я уже вижу. Парам-парам-пам. Понятно. У нас же много хп, чё его, солить его, да? Да, фиолетовый ключ. Отличненько, это было быстрее, чем я думал. Дю-дю. Ту-ду-ду-ду-ду-да-ба-ба-ба. Ой, дура. Так, а что направо? Нет, я хочу все обойти. Монеты-то я только вижу тут, пока что. Ёпарасот, это ё-моё. Мне это абсолютно не нравится. Ой. Вон оно что оказывается, да? О. Конечно. На, ну тут без боя никак. А, он только один? Ну ладно. Фиг с тобой, золотая рыбка. Я тогда похилюсь тогда хорошо. Атакую, атакую. Точнее, забираю мои звездочки просто. А я буду хилиться, хилиться, хилиться. Excellent technique. Хилиться нормально не получится.
что-то зачастил ты, а? Слушай, ты что-то зачастил. Да хватит! Других атак, что ли, не знаешь? Разучился звезды, как бы, это самое, вытаскивать. Задрал. Реально зачастил что-то. Да хватит. Нахуй тебя похилился даже. Даже это лучше получилось похилиться из этого. О! Все, класс. Вот. Вот теперь можно атаковать. Да, спасибо. Спасибо, что ты забрал у меня звезду. У меня их так мало. О боже, что нам теперь делать? А? Все, фул хп. Ну сейчас ты дошпрыгаешься. Сейчас мы тебя изнасилуем. Не в прямом смысле, конечно, но такой ты меня понял. Wait for it. И что ты у нас заберешь? У нас нечего забирать. Лошара. Добьем его? Добьем! Зашибись. Интересные бескеды. Знал бы я, что такое бескеды. Опа. Большая жопа. Чья-то. О, вот когда. Интересно, детки пляшут. Ладно, но с ними уже никак больше нельзя было. По-другому. Ладно, давайте сидеть, пердеть. Хотя ладно, этого застанем. Этого застанем. Ты постой, чувак. Ну хоть не на аметист. Wait for it. Ну, вообще я не хотел на синего, ну ладно. Да. Блин. Я хотел на красного, господи, дурёха. На это вот так сделать. Что, универсальная способность станет. Неплохо. Я аметист недооценил, я так вам скажу. Добивай его. Класс. Хорошо. Давай дальше его держи в стане, а я пока похилюсь. Хе-хе. О, да, хорошо. Хорошо, хорошо. Хилься, хилься, Грег. Хилься, хилься. Похилился, класс. Ну все, теперь можно и тащить. Мимо. Нормально. Хе-хе. Стан это круто, да. Я, правда, недооценивал аметист. Признаю. Как-то оно. Не совсем понимаю. Может, наверх еще можно как-то.
Вот ведь задачка, конечно. А. О! Хм. Интересно, детки пляшут. О! Да ладно. Чё, правильно, что ли? Не ожидал. Я думал, это посложнее, если честно, будет. Ну-ка, что за добро вы тут? Ну, очевидно. Чертеж гитары 2. Ух ты, 100% все сделал. Класс. И хорошо, идем. Теперь обратно. Вставляй ключ. Как эти щиты с ключами образовываются, мне интересно. А непонятно. Чё, всё? Весь путь? Походу дела, сейчас встретимся уже. С остальными. Как-то быстро. Или сейчас продолжение будет. Банкета. О, теперь за Стивена играем. Папа! Кони! И самоцветы, они меня ищут. Но как мне удалось их увидеть, если я не с ними? И вообще, где это я нахожусь? Ты где-то в пустоте. Ну или в раю, тоже как вариант. Так, обратно тут ничего нету, да, я так понимаю? Эй! Может, злобные световые монстры, вы где? Хоть кто-нибудь! О, я что-то вижу здесь. Вау! Что-то там сверкает? Надо проверить! Чё там сверкает? Да ёкарный бабай! Я в рай попал, реально, по ходу дела. Ну, добро пожаловать в рай, но хоть не в ад. А это, по ходу дела, дальше. Дальше рая куда-то, не знаю. В пространство. О. Oh, это что, желтый алмаз? Это типа желтый алмаз дает это вот оружие гессанит. И гессанит. Wow. Ого, похоже на какую-то видеозапись. Видеозапись родного мира. Опять что-то сверкает? Где? Yeah. А, там что-то сверкает. Нам показывают историю. Вот. Желтый алмаз передал вот это вот самое изначальное оружие. Гессанит. А дальше? А дальше? А дальше? А дальше? А дальше? Ага, гессанит показывает, типа, хвастается своим оружием. Типа, о, смотрите, какое у меня оружие. Все такие, вау, классное у тебя оружие. Welcome to Ride, да. О, как же она мне... О, как же она мне надоела. Но здесь она такая счастливая. Ну да, потому что это ее оружие было. В ее владении пока еще тогда. Конечно, счастливая тогда она была. О. Это... Не нравится мне все это. Это типа... Воины Розы сражаются со световыми монстрами гессанит. Еще в то время, я так понимаю, да? Когда Роза еще жива была. Тютюнь. Как я прыгаю забавно. Тюк-тюк, 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 тюк-тюк. И сама Роза сражалась с гессанит. Это же... Мама? Эти записи, они сделаны на земле. Это восстание самоцветов. Классненько выходит. Нет, красный алмаз. Тютюнь, 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 тютюнь. Так, вот это я не совсем уже понимаю, что происходит. Это ведь это... Стивен! Он! Благо мы тебя нашли. Кони! Ребята, Сапфир! А где остальные? Они недалеко. Я отведу вас к ним. Когда ты будешь готов? Он уже готов. Все хорошо, я в порядке, я могу уйти. Я знаю, я так рада, Стивен. По голосу заметно, да? Витя, говорил я вам, что у нас все получится!
Муха что-то там мне за это залетела. Наконец-то Стивен. Ура! Стивен, ты точно в порядке? Со мной что-то не произошло. Я попал в рай. Man. Но я вас всех видел. И еще я, кажется, увидел призму. Что-что? Я увидел призму и гесанин много тысяч лет назад. Я увидел, что тогда случилось. Мы пришли. Подожди, тут еще драгоценные эти самые... Нет, папа. Ты такой логичный сегодня, Амогусик. Прям я не могу. О, Кони прокачалась. Е-бойс. Укрепленный щит. Выполняя атаку щитом, атаки щитом, Стивен становится невосприимчив к шипам, пилам и отрицательным эффектам. Класс. Мощь. Супер. О, здесь нужно передот. Так. Открываем. Ребята! А здесь нам нужна граната уже с улучшенным этим. Стивен! Сапфир! Объединять. Уф, ну наконец-то. Что ж, команда снова в сборе. Стивен, ты цел? Все хорошо, правда. Просто голова немного кружится. Тебе бы не помешал солнечный свет, дружок. Ну что, кто-нибудь из вас самоцветов знает, как нам отсюда выбраться? Нам придется постараться, чтобы вернуться на поверхность. Так чего мы ждем? Приключения продолжаются. О, теперь у нас куча персонажей. Подожди, это. Я понял, что нам сюда, а тут что? Тут что-то другое. А, нет, тут нам не сюда нужно. Все, я ладно. Тут там, тут, видимо, какая-то секретка еще будет. Тут же нужны улучшенные кулаки, а у меня кулаки уже улучшены. Давай, бей. На, здесь секрет. Ну, мы это с этим потом. Это потом мы будем разбираться с секретными этими самыми комнатами. Это потом. Вот, что-то меня игра залагала. 20%. 38 минут записи, окей. Это я вырежу все-таки тот момент с повторением. Пожалуй, все-таки. Давай, перед поднимай, попытайся поднять. Капец, тебе даже не так уж и тяжело на самом деле. Ой, ёпарасот! Ой. Да, это, конечно, да. Внушает. Так скажем. Ну, побывал в раю, а так со мной нормально, да. На, получай. Ух ты, ничего себе, там сундук защищен как. Ну, со Стивеном должно быть гораздо проще, я думаю. Ready? Ready, set, go! А, прям по Стивенку. Красиво. На. Давай. Кони коронные. Правый похоронный. Изи! Гранат, ты там под шапами стоишь, ничего? Так, подожди, тут надо вот этот везде тут тащить. А-а-а. Какая морока, а. Как же это долго будет. А-а-а. Там еще какой-то проход. А-а-а. Сейчас
закончусь я сейчас от этого всего. Давай, это будет, я думаю, несложно. Ай. Да, вообще изи. Значок заклинателя не дает прервать действие заражаемых и продолжительных способностей. Не совсем понял, но, наверное, прикольно. Оки-доки. Ну, блин, естественно. Линда ловит муху. Какая замечательная картина. На! Ой-ой. Будет не сладко. Это точно, особенно с повышенными. Ух. Ух. Ready. А, отлично. Почему передот? Бедная передот. Временем, когда все стоят на шипах. Слушай, стан действительно полезная штука, правда. Правда, я ее недооценивал. Поторопился, торопышка. Наполовину только. Жесть. Да чё всё на гранат-то, ё-моё. It's time. Теперь не на гранат. Item, I choose you. Добивай. Четыре прокачки this? Заработал. Дура. Давай так. Хотя всей команде отрицательный эффект убирает, но я все равно, скорее всего, пользоваться этим не буду. О, монетка. Так. Собирай.
какой-то проходик есть. Куда это? О. О. Вот какие секретки нынче, да? О-о-о. Я понял. От меня так просто эти секретки не убегут. Да. Так. Начинается. Ну, блин. Ready? Ага! О, не очень хороший знак. Ух ты, аж так добили. Классненько, сасненько. Ready? На! Fire! Ready? На! Fire! Нет, лучше Стивена не бить, а то он это плохо-то делает. Раня себя. На! Придется Стивена убивать. На! Да. Я смотрю, вы мазохисты. На шипиках сидите. Стоите, точнее. Love is all you need. Check this out, Steven. Фига, сколько значков еще есть. Офигеть. I'll take it. Ну пусть так будет, я не знаю. Мне больше особо нечего дать, она и так крутая. О, ключик от секретной... Короче, секретной штуковины, да. Нам это в будущем очень сильно пригодится, ребят. О, да. Кстати, а как... Нужно еще то доставить, что ли? Вы издеваетесь? Это, получается, еще 3 часа. Вы серьезно? Мне надо еще стальную эту штуку принести. Вы издеваетесь? Жопа какая, а. Давай засовывайся. О, господи, неужели... Мы эту секцию пройдем, а? Господи, как же это долго. Тю-тю. Наконец-то, не прошло и полгода.
Ну там еще будет... А, нет, это в той комнате. А так это, наверное, уже конец будет этого лабиринта. Этой пирамиды, точнее, катакомб. Серия будет долгая, наверное, самая долгая, наверное, из всех серий. Ух ты, мы вернулись наконец-то к тому этому. Вжух, и ты потух, жжет, и ты... Это самое, так далее. Короче, мы вернулись обратно. Еху! Так. Красиво, красиво, красиво. Хотя бы это уже хорошо. Там оранжевый. Фу, да еще речи. А, еще и босс в конце. Вот что-то не ожидал. Привет, здоровяк. Блин, серия и так какая-то слишком насыщенная, а тут еще и босс. Капец. Я, понимаете, если бы я его вырезал бы, тогда бы серия получилась бы на полчаса. А так она получится на час. Вот об этом я и говорю. Так, сейчас, ладно, тут надо вот так сделать. Стивони я могу сделать, кстати? Это важно. Сегодня не могу. Надо сделать сегодня надо в любом случае, ребят. Подарок. О, блин. А еще долго до сегодня. Что он делает? А, хилится? Нифига себе. Че он может? На! Давай еще подарочек. А теперь Стивони. Погнали! Топ! Объединяйся! Почти до половины хп измутал. Оу. Вот как, да? Ладно. Допустим. Ready. Ready, set. Go! А, даже так еще может быть. Понятно. Окей, приму к сведению. Ой. Мне это явно не нравится. Перед этой ледышки. Ready. На, хорошо. Погнала. Отличненько. А? Ага, не проймешь? Сейчас за вам легко. А, аж перед остановился. Нормально, нормально, сейчас завалим, сейчас завалим, сейчас завалим, давай. Все. Изи бризи, лемон сквизи. Легкотня, не босс. Ха! Облик этого создания, кажется, призма достигает пика своей мощи. И что теперь будет что теперь будем делать? Я потеряла бортовой компьютер во время падения. Ох! Стивен! Что-то у меня в голова раскалывается. Ой, опять видение, уже опять сейчас в рай попадем. Так-так, что тут у нас? Она в кузницу пошла. Скотыняка. Эй! О, oh, no. Стивен! Oh, ну и дела. Я ее видел, она в кузнице. What?
Что? Но как она ее нашла? Самоцветы родного мира они ничего не знали. Это сейчас не важно. Идемте. Ух ты, тут еще и сундучки. Волшебное задание. Найди кисанит в кузнице. Oh, wow. Я и не против, я с радостью. Опять рай, ну как так? Но в этот раз он какой-то быстрый получился, рай. Значок клевера. Повышает удачу на 95%, но ослабляет защиту на 50%. Ух ты, нифига себе ты. Вот это штукенцы, вот это же значки пошли, конечно. Вауи. Оранжевая сфера. Это прям вообще редкость редчайшая, прям вообще. Пошли. Мы одного светового Стивена не нашли. Ну ничего. Страшного. Погнали домой. Я думаю, что на этом серию будем заканчивать. Она и так получится насыщенной и, наверное, будет самой вообще долгой из всех серий. Короче, не знаю, как получится. Посмотрим. Ну а так, будем дальше смотреть, что будет. И игра, я думаю, не перестанет меня удивлять. Ну а пока, ставьте лайки и дизлайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Пишите комментарии, рекомендуйте своим друзьям и знакомым это видео, если вы этого хотите. И если нет, то я вам не настаиваю, ссылку на мою группу ВК, на наш Discord сервер, на мой Twitch, на мой Trovo, на мой Яндекс.Дзен, на мой Boosty, на все, что я мог не сказать. На все это будут ссылки в описании под этим видео. Всем желаю здоровья и мира. Всем пока.